Чао, Андрей. Чао, Андрей. Я тебя позвал посмотреть. Смотри, 21 век. Европейская страна. Остановка для жителей нашего Новоса. Приходите к нам, живите у нас, будьте здоровы. Да. Ну, кошмар, это цирк с конями. Представляешь, что здесь зимой? Да, да, да. Я даже не представляю, как тут люди выходят. Я каждый день здесь мимо еду. Видел вот такое давно это, и ничего не делается. Конечно, тут зимой, когда лед, вообще людям не пройти, могут упасть. Это надо делать. Это где-то 5000 это стоит, и можно сделать прилично, как на второй стороне, остановку. И я думаю, что... Здесь зимой точно есть американские горки. Да, да. Ну вот так вот. Жители Мегунцемса, Гайсмас из Туниши. Голосуйте за год, Калфас Латвию, и мы вам все сделаем. Да. Нормальные остановки. Будете следить, как люди. Все, полез.